Итак, после недавних событий я решила встретиться с Эми. Ну где же она? Как же ее долго нету? Эми! Привет, Роуси! Извини, я опоздала, у меня было столько дел. Эми, ты не поверишь, что я тебе сейчас расскажу. Что такое, Роуси? Ладно, пойдем купим мороженое, и ты мне все расскажешь. Привет, готова сделать заказ? Нам как обычно, Джек. Хорошо. Эми, помнишь тот день, когда мы собирались погулять, и я не пришла? Так вот, я поехала другой дорогой, не как ездию, обычно, и нашла какой-то старый ангар. Я уверена, ты там тоже не была. Я зашла туда. Зачем ты лазишь по всяким старым ангарам? Я нашла там портал, Эми. Я знаю, в это сложно поверить, но я оказалась совершенно в другом мире. Так вот, это тот самый мир, представляешь? Роуси, я начинаю за тебя беспокоиться. Эми, завтра после школы я снова туда пойду, и хочу, чтобы ты пошла со мной, и тогда ты мне точно поверишь. Итак, ребята, на этом наш урок подходит к концу. Я надеюсь, все записали домашнее задание. Да, Виолетта Павловна. И надеюсь, что на следующем уроке у нас будет больше присутствующих. Кстати, Роуси, с тобой хотела поговорить Маргарита Климовна. И все свободны. Эх, скорее бы закончились эти уроки. А еще хочу посмотреть на реакцию Эми, когда она увидит ее. Роуси, как у тебя дела? Мы договаривались погулять, а ты не пришла. Что-то случилось? О, Кристи, спасибо, все в порядке. Просто я устала и... А может быть, наша Роуси гуляла в это время с Ником? Да, а что у вас с Ником? Вы с ним встречаетесь? Что же, может быть, на выпускной вы пойдете с ним вместе? О, посмотрите, это же Ник, и он с Люсиндой. Они так мило беседуют. Ну что же, я снова здесь. Какие странные ощущения. Заходи. Здравствуй, львица Веспи. Здравствуйте, Веспи. Здравствуй, Нала. Львица Веспи, это Роуси. Она действительно очень хорошая. Она попала сюда через портал в амбаре. Что? Через портал? Никто не должен знать об этом. Я никому не скажу. Я очень на это надеюсь, Роуси. Нас интересует легенда. Знаю, Лана. Легенда про водопад. Водопад? Да, Лана. Каждый пришедший человек может спрыгнуть с этого волшебного водопада в нашу обычную реку. Самое главное и самое важное. Я хочу передать привет вот этим чувачкам. Пишите комменты его по следующему ролику.